Всем привет! Сегодня мы приготовим молодую картошку. Два очень вкусных и простых рецепта. Для первого рецепта нам понадобится 700 грамм молодой очищенной картошки небольшого размера, 150 грамм твердого сыра, 2 столовые ложки растительного масла, специи, у меня орегано и черный перец, 1 чайная ложка соли и 1 чайная ложка гранулированного сухого чеснока. Смешиваем все специи, соль, чеснок, добавляем растительное масло и все хорошо перемешиваем. Картошку выкладываем в стеклянную форму для запекания или на противень. Крупную картошку можно разрезать пополам, чтобы получились примерно одинаковые кусочки. Дальше добавляем специи с маслом, все хорошо перемешиваем и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут до полной готовности. Режим вверх-вниз конвекции. Пока картошка готовится, натираем сыр на мелкую терку. Достаем готовую картошку, посыпаем сыром и снова отправляем в духовку на 1 минуту, чтобы расплавился сыр. Вот такая вкусная запеченная картошка с сыром получается. Для второго рецепта нам понадобится 500 грамм очищенной маленькой молодой картошки, растительное масло, 1 чайная ложка соли, пучок свежего укропа, 2-3 зубчика чеснока и щепотка черного молотого перца. На раскаленную сковородку отправляем растительное масло. Затем бросаем картошку и накрываем крышкой. Обжариваем на среднем огне, периодически помешивая. Под крышкой картошка пропарится и быстрее приготовится. Картошка стала красивого золотистого цвета. Крышку снимаем. Можно готовность проверить зубочисткой. Лучше брать очень маленькую картошку, так она быстрее приготовится. Картошка готова. Можно добавлять соль, перец, перемешиваем, добавляем чеснок и держим на плите примерно минуту, чтобы чеснок выпустил свой аромат. Дальше добавляем укроп и снимаем с плиты. Вот такая ароматная зажаристая молодая картошка получается. Приятного аппетита, хорошего настроения. Всем пока!